Попасть на парад Победы, несмотря на погоду, 9 мая присоединиться к параду можно двумя способами. Традиционно он пройдет на главной площади Саранска, а также в режиме трансляции в телеэфире и режиме онлайн. В объективах телекамер все самое интересное. Это, конечно же, ветераны, наши самые главные люди. Ну и также постараемся хорошо показать проход колонн, лица ребят. Будем стараться. Для коллектива 10 канала большая честь участвовать в трансляции такого большого события, как 9 мая. В нашей аппаратной будет формироваться итоговый сигнал, который уйдет во все паблики к нашим коллегам на НТМ. Смотрите нашу трансляцию, будет интересно. Трансляция в режиме реального времени пройдет в эфирах телеканалов «Народное телевидение Мордовии», 10 канала и «Мордовия-24». В режиме онлайн полюбоваться главным событием весны можно будет в паблике органов госвласти, а также в официальных сообществах НТМ и 10 канала ВКонтакте и на YouTube-канале 10 канала.